Всем привет, мои многоуважаемые зрители и мои бесценные подписчики. Хочу с вами сегодня поговорить на такую тему, как получение призов. Понимаете, возникла такая ситуация, что люди выигрывают, но не забирают свои выигрыши. Поэтому я решил, что будем делать. Итак, я даже это не сам решил, я посоветовался с некоторыми людьми, которые участвуют, с подписчиками. И мы так подумали, и как? Я предложил, что если человек не забирает свой приз в течение 10 дней, то я могу этот приз разыгрывать опять. Почему? Потому что понятное дело, что человек, который просто зашел, увидел, что люди пишут участвую, написал участвую и забыл. Он, видно, как не нуждается в этом фрейме. Или в оружии, или в чем угодно. То, что выиграл. Как точнее выразиться, был, наверное, просто залетный. Может быть, даже и не играющий в Warframe. А другие люди, которые действительно хотят, допустим, получить ту же Valkyrie Prime или того же Atlas Prime, понимаете? Они не могут получить, потому что принимают участие в розыгрышах такие люди, которые не забирают вовремя, вообще не забирают свои выигрыши. Вот смотрите, у меня был большой новогодний розыгрыш, когда я разыгрывал Valkyrie Prime, Tigris Prime, Vasta Prime, Фрагор Prime и мод разлома. Так вот, получается, из всех победителей забрал свой Фрагор Prime только Вадим Мельников. Понимаете? Остальные, я не знаю, они ждут что? Что я буду каждого из них искать лично, упрашивать... Пожалуйста, придите, заберите свой приз. Нет, ребята, если мы разыграли, у меня розыгрыши, они не проходят спонтанно, что сегодня в это воскресенье я разыграю 3 часа. Я постарался все сделать планомерно, чтобы и вы могли подстраиваться, и также я мог иметь определенное время, которое как бы удобно, я считаю, вечер, воскресенье, 20:00 по Москве. Ну, я думаю, это максимально удобно. Поэтому, знаете, когда вы знаете, что вы участвуете в розыгрыше, знаете, что в воскресенье будет прямой эфир в 20:00 по Москве, я прошу вас, пожалуйста, зайдите. Это, вы посмотрите, видео не занимают более 5 минут, 3-2 минуты, если я не делаю никакого объявления. Вам сложно посмотреть 2 минуты и увидеть, кто выиграл. Может быть, это выиграли вы. А то получается так. Человек увидел, что люди пишут «участвую», от фонаря написал «участвую». Больше мы его не видим, не знаем. И я еще должен тратить свое время, искать его, выискивать, уговаривать его, чтобы он пришел, забрал, какое-то время под него подстраиваться. А потом, как один раз у меня оказалось, что человек вообще не играет в Warframe, у него аккаунта нету. Понимаете? Поэтому... Я думаю, будет справедливо, если 10 дней не объявился победитель. Значит, мы можем разыгрывать этот фрейм повторно. И я надеюсь, так будет просто справедливо. Поэтому повторяюсь еще раз. Большой розыгрыш у нас был 7 января. Получается, 2 недели будет во вторник. Если к концу 21 числа не объявится оставшиеся... Сколько у нас? 1, 2, 3, 4 победителя. Эти призы я буду разыгрывать потом еще. Atlas Prime точно так же. У нас определен победитель, но он не выходит на связь и не забирает его. У него есть время, пусть считает тоже, 14 дней. Хорошо, я посчитаю. Прошлое воскресенье у нас было 12, плюс 2 недели, это 14 дней. 26 числа у него есть время объявиться еще. А, подождите, я говорил 10 дней, а не 2 недели. Получается, если 12-го, до 22-го у него.
Две недели это слишком много ждать. Я и забуду, кто что выигрывал, хотя и записываю. Ну, и постирается там все. Так что, ребята, вы ничего не теряете. Я просто делаю вам как бы кому-то подарок делаю. Вы приходите, от вас только требуется написать «участвую» и потом посмотреть розыгрыш. Разве это много? Нет, немного. Так что, пожалуйста, давайте будем относиться к этому с пониманием. Если вам не, это не интересно и не нужен этот фрейм, не пишите «участвую», зачем обламывать других людей. Ну, в принципе, на этом все. Всем пока, с вами был Троллик 12, до новых встреч.